Пятой серии прохождения первого сезона игры-сериала Resident Evil 5. Ну что же, теперь на этот раз меня видно немного в другом репертуаре. Я выключил, так как у меня не получается записывать прохождение Resident Evil 5 в дневное время, то есть получается, но очень редко, я решил включить на телефоне вспышку и с помощью нее без света записывать прохождение, потому что так мне видно намного лучше, я так думаю, с помощью моей 8-пиксельной вспышки, так сказать. Ну и с помощью нее мы продолжаем проходить. И потому что, когда я записывал при включении света, меня было видно очень плохо. Была видна только левая половина моего лица, ну или правая. А вторая оставалась черной. Это вы могли заметить по Шенди и Димыч во второй серии моего прохождения. Поэтому я решил записывать таким образом. Разумеется, вспышка будет расходовать намного больше зарядки телефона, но зато с ней записывать намного лучше. Ну что же, мы вновь продолжаем прохождение пятого резидента, и у нас сейчас очень тяжелая ситуация. На нас напал бензопильщик, которого озвучил Поцик. Как вы знаете, откуда этот Поцик? Блин, мне кажется, от этой вспышки потом будет долго мелькать желтые точки в глазах, но зато будет результат. Главное просто не смотреть. Короче, я не буду смотреть в камеру, то есть к вам, пацанючки вы мои, но зато, чтобы зрение не испортить, ой, желтые точки от этой вспышки, но зато меня видно, и это точно знаю. Все, продолжаем. Так, я тут убрал звук немножко, потому что музыка немного мешала. Ё-моё. А, вот, она, я думал, нет. Так, где-то так поставим. Нормально. Ну и продолжаем. У нас бензопильщик, и что же, наша судьба. Мы или он. Мы его или он. Ну и начнем. Еще раз подтверждаю, это пятая серия первого сезона «Бензопильщик». Давай. Карту включай, Крис. Включай карту. Все отлично. Давайте мы его сейчас быстренько сделаем. Ой-ой-ой, в отличие, кстати, хочу сказать, что в отличие от бензопильщиков 4-й Resident Evil, этот бензопильщик намного медленнее, нежели чем Дон Сальвадор, бензопильщик из 4-й части Resident Evil. И намного он даже слабее, я бы сказал. Так что в этом плане нам повезло. Продемонстрирую, он намахивается и проходит некий определенный период времени, прежде чем он отрубит голову. В четвертой же части Дон Сальвадор сразу же это делает. Помимо него нам будут также мешать обычные зомби. Ай! И которые нас серьезненько так достанут, если мы их не убьем, поэтому лучше, конечно. Ай, промахнулись. Пошел ты. Ай. Ё-моё, да что ж ты не садишься-то, а? Ай. Это какая вообще трава, я не пойму. Ты что ж ты мне достанешь? Спрыгивай. Так, отлично, идем. Из-за этой вспышки я не понимаю, какая из трав красная, какая зеленая. У меня все цвета смешиваются в один цвет. В желтый.
офигеть, они все прибавляются и прибавляются. Так, ладно, используем, давай. Так. Теперь дробовик. Хук. Хук давай ему. Хука. Хука ему. Хука сюда. Хука ему. Сейчас у нас будет что? Это будет что? Надеюсь, мой телефон не разрядится. Может быть, этот бензобильчик не такой уж сложный, но... Но! Есть одно большое но. Куда за ней побежал, слышь? Ты, слышь, ты носильщик, я тебя сейчас в полицию сдам. Блин, фигово, что он за шевой бежит. Так, встаем. Пушка на них. Все, так, он падает. У него есть ключ, его нужно побеждать обязательно, потому что у него ключ охранника. Без него мы не сможем пойти дальше, теперь мы быстренько бежим. А знаете, почему мы бежим? Правильно, потому что у него появляется вторая, сука, стадия. Вторая, мы быстренько бежим, открываем дверь. Убивать я его не советую на второй стадии, если вы играете на ветеране. А на профессиональный-то и подавно. Так, открываем. Быстренько убегаем. И собираем все эти сокровища. Все. Конечно, можно было его убить, и сейчас ты скажешь, пошли, что ты засал, ты мог бы его убить, ты что-то секундочку какой. Не, на тот надо все-таки, скорее всего, лучше. Да, вот сохранение. В принципе, можно было тогда дойти, чего же я не дошел. Мне пришло... Кстати, хочу сказать, что я начал не оттуда, откуда вы увидели это в начале... Ну, откуда вы меня увидели в начале этой серии. Начал я аж оттуда, где было крушение вертолета с Кирком. Я перепутал точки сохранения. И на самом деле сохранение было не там, где появляется бензопильчик, а намного-намного ранее. Мне пришлось минус 7 перепроходить еще тот момент. Так что впредь я должен быть поаккуратнее. И сейчас у нас начнется кое-что очень такое напряжительное. И надеюсь, мы это пройдем. Надеюсь, я это пройду. Ну что ж. Смотри! Смотрю. Я из этой вспышки не вижу перезарядку, ничего. Надеюсь, у меня зрение не испортится. На это надеюсь, конечно. Ладно, главное, я туда не смотрю. Потому что, как говорится, это же как вспышка, как синяя фанатов вспышка тоже ослепляет. Так, ну что это у нас? Озвучка. Блять, как же меня все затрахало? Мы пытаемся заразить мир зомбаризмом. Всех заразим, сука, сейчас всех заразим, всех, бляха, муха, заразим. Смотри, что делает, ёб твою мать, ты... Пошли вы нахуй, сука! Давай, вот мир! Блять. Огонь. Посмотри, что он огонь. Творит. Огонь. Новая болезнь сейчас распространяется, идите нахуй, не надо мне этих подсказок, я все и так... Зомби! Зомби восстают, это охерительно. Все, до свидания, донать, где можете. А у меня здоровая страна-то! Ни одной, сука! Ни одной здоровой страны! Вот так-то, сука! Вот так-то попались вы! Сейчас вот! Ага! До свидосы! Нахуй, просто прощайте! Вы сегодня все умрете, вы все сегодня превратитесь в зомби. Блять, сейчас нахуй все просрется, блять. Ну что ты будешь... Летел, куда ты, сука, летишь? Куда ты, бляха-муха, летишь? Объясни мне!
сука, ну как так-то? Идите, сука, нахуй со своей игрой, блядь, ебучий, блядь! На лето пиздец, если честно. Вот они первые куты. И ролик был довольно-таки интригован. Слушаем дальше. Все, пиздец. Блин, это же такая бредятина, ну как надоело. Завали ебало! Забить хер! Мне похуй! Да завали ебало! Просто злости не хватает. Думал этих ебких хантеров, как же они заебали уже. Вами риджеты, я продолжаю хардкорить. И хардкорить тут это, блин... Самое подходящее слово. Меня Хантер уже задрал. А? Херак. Ты посмотри, как все летит-то! Так иди ты пиздой, блядь, или жопой своей торгуй, блядь! Многие даже, наверное, уже что-то... Да подозревают. Я хуй его знает. Может, подозревают, может быть, нет. Да, уж действительно очень-очень интригованное начало, но... Нас спасли некие ребята, которых зовут Джош. И как вы догадались по ролику... Не знаю, как вы догадались, потому что я еще сам... Нихуя не знаю, кем я буду озвучивать этого Джоша, я еще не знаю, но в озвучке он уже будет кем-то озвучен, так что вы уже это услышите, да? Ну или ты, Пашенди, один. Скорее всего, ты будешь один смотреть, скорее всего, может, и с Димычем Хертом. Да. Ну ладно, все, мы прошли главу 2-1. Блин, у меня уже, блин, зрение портится. Так. Мы прошли главу, прошли ее довольно-таки успешно, проиграли всего лишь один раз, и это здорово. Нам встретился бензопильщик, мы... К сожалению, да, к большому сожалению, потеряли Кирка. Ладно. Он сам сказал, мы думали, что это шутка. Да, поэтому... Так что, такие вот дела. Ну что же, а мы продолжаем. Так, сейчас я посмотрю быстренько на время, сколько там прошло. А прошло у нас... 13 минут. 13 минут прошло. Можно еще записать. Наверное, эта серия будет минут на 25 из-за того, что, блин, в натуре у меня очень сейчас правый глаз с этой вспышкой. Ну ладно, лады. Все, значит, мы нажимаем ОК, и у нас следующая глава. Так, ну не будем ничего покупать. А хотя сокровища вот надо, кстати, продать. Давай снаряжение нажмем. Вот, у нас есть сокровище. Мы продаем. И у нас не только это сокровище, мы это продаем. И тут мы все вообще практически продаем. Это хорошо. Кстати, мне Пашенди, если сейчас у меня будут глаза светиться красным светом, то не думай, что я зомби. Это просто такая игра. Ну и вспышка. Так, в принципе, у нас все есть. Давайте мы... А, снаряжение. Так, дать. Все. Ну, не в рот, разумеется, но дать туда. Все, готов. И хочу сказать, что по прохождению этой главы ранее я не скажу, что она будет такая легкая, как ты кажется. Знаешь, где шахты? За станцией, недалеко отсюда. Станция железной дороги. За мной. Она будет, ну, не легкая и не тяжелая, хочу сказать сразу. Средней. Она будет средней. Так. Она будет средней, то есть не легче, не тяжелее. Так, у нас документ Лагос типа 2. Как уже отмечено в ранее документации, первоначальный вариант паразита Лас Плагос был обнаружен в изолированном районе Европы. По окончании инкубационного периода в теле носителя паразит быстро подавляет его волю и самосознание, делая носителя крайне уязвимым для внешнего контроля. Эта особенность Лас Плагос означала, что при желании можно создавать покорных слуг, подчиняющихся приказам без вопросов. Благодаря очевидным возможностям коммерческого применения Лас Плагос быстро оказался в поле зрения заинтересованных сторон. Проблемой для коммерческого применения Лас Плагос было наличие инкубационного периода с момента заражения до момента, когда носитель становится контролируемым. Необходимость созревания яйца Лас Плагос в организме носителя вызывала весьма негативные оценки заказчика.
Инкубационный период Ласплага сравнительно недолг, но потенциальные заказчики требовали более оперативных результатов. Поэтому были предприняты попытки усовершенствовать Ласплагас. Окончательным результатом этих попыток стал Плагас типа 2. Плагас типа 2 отличается от своего предшественника тем, что вводится носитель во взрослом состоянии, и носителя можно контролировать практически сразу после заражения. Тип 2 вводится орально, или точнее вталкивается носитель в рот. Метод, безусловно, неделикатный, но исключительно эффективный. Но вы помните, в рот, то есть самую первую серию, когда некие два джентльмена, так сказать, в кавычках, другому джентльмену засовывали в рот этот вас плагас. То есть вот... И когда он еще так орал, вы еще жаль. После орального введения тип 2 разрывает пищевод и присасывается сначала к продолговатому мозгу, затем к затылочным долям и спинному мозгу. Только паразит перехватывает управление ЦНС, носитель становится контролируемым. В лабораторных условиях мы регистрировали полный контроль под носителем через 10 секунд после введения типа 2. Кроме сокращения времени заражения, все остальные характеристики плагас типа 2 те же, что и у первоначального ласплагас, что делает его более чем пригодным для коммерческого применения. Остается только добавить данные полевых исследований в автономном районе КИЮ. Ниже перечислены три ключевых эксперимента по оценке типа 2. Первый – инфицирование. Выдать образцы типа 2 10 ранее зараженных индивидуумам и определить скорость распространения ими инфекции. Этим 10 индивидуумам должно быть выдано достаточно экземпляров типа 2 для получения измеримых результатов. 2. Контроль. Определить, в какой степени можно контролировать варварское поведение, вызванное плагис. До этого следует отдать команду атаковать оперативников BSAA в районе и оценить результаты. 3. Боевые характеристики. Собрать данные о боевых характеристиках типа 2. Носители типа 2 будут атаковать оперативников BSAA, находящихся в районе. Этот эксперимент будет последним этапом испытания эффективности плагас типа 2. Но, как мы понимаем, создали плагас типа 2, ну или еще у него есть другое название, Ураборос, как мы уже ранее знаем. И он намного усовершенствованнее и лучше, чем плагас типа 1, который фигурировал у нас в четвертом резиденте. Ну и эти кадры мы уже видели, собственно, что произошло, как эта инфекция происходит. То есть, по сути, так же, как и первый ласплагас, но немножко, так сказать, получше. Получше и посильнее, чем плагас типа 1. И мы это уже в этом убедились. То есть враги побыстрее бегают, не только потому, что они были моложе, чем те же гонады из 4 серии, но и плагас типа 2 значительно усовершенствованнее, чем плагас типа 1. Ну ладно, мы отвлеклись, и давайте дальше. Господи! Вот, взорвали. Собаки. И как она напала-то? Ее же не было. Она за вагонеткой спряталась. Вот он. Ай-ай-ай-ай. Ладно, берем ружье. Ружье берем. Ты будешь ходить? Куда ходить? О. Ты чё? Ты чё, я сказал? Всё. Конец. Ну реально, мы вообще обнаглели. Люди, вы обнаглели вообще. В общем, на чем я там остановился? В общем-то, тут будет довольно-таки один проблематичный этапик, который не так-то легко проходится, господи! Тыченская собачка. Я пошутил, вот и вот походу парень выскочил. Господи. И как же я боюсь этих фигни, блин. Не, ну серьезно, я боюсь этих собак всех. Они все бешеные твари. Так, тут я слышу уже двух зомбачков. Да откуда ж ты взялась-то, скотобаза? Ой, что-то мне глаз уже болит. Не болит, то есть колит. Вот этого света так у нас. Сволочь. Как? Косолал. Ай, да что ж такое? Используй. Использую аптечку. Аптечку использую. Как же эти лучники, я их терпеть не могу, этих лучников, столько их. Блин.
Все, отлично, отлично. Да, такие у нас с вами дела, то есть уже проблематично пройти, и эти твари летучие атакуют, и атакуют собаки, и зомби, то есть все в одной локации. Так, растяжки такие же, как и в The Within, такие же, как в 4-м Резиденте. Хотя стоило, наверное, начать с 4-го Резидента. Так быстренько. Все. Ну и, собственно, вот он, этот проблематичный этапик довольно-таки. А проблематичный он в том, что сейчас вы поймете, в чем он проблематичный. Ну, наверное, Пашенди уже догадался, в чем. Так, Пашенди? Надеюсь, ты догадался. Так, а вот этот этап. То есть в правом углу экрана вы видите, в правом углу экрана от меня вы видите, что написано GPS недоступен. А как вы думаете, почему же он недоступен? А правильно, потому что наши герои попали под землю. Под землей хуже ловит связь. То есть тут бы нам понадобилась карта Леона из Resident Evil 4. И сейчас мы подумаем, завершить ли эту серию или нет. Но скорее всего, наверное, я завершу по двум причинам. Первая, потому что следующее сохранение будет еще очень нескоро. Вторая причина, потому что уже эта вспышка светит мне прямо в этот глаз правый, и я боюсь просто-напросто потерять и испортить зрение. Ну а в-третьих, мне просто надо уже есть, потому что еда приготовилась. И этот проблематичный этап, то есть, ну я не скажу, что проблематичный, но тем не менее нам придется ходить с лампой, как в Silent Hill, и постоянно освещать путь, потому что мало того, что у нас карты нет, то есть GPS нет, и еще нам будет ни хрена ничего не видно, то есть как кроты под землей. Ну что же, давайте заканчивать. Сохранение произошло. С вами был Кирилл Жевский. Если вам понравилось мое вступление, и, собственно, заканчивать никаким вступлением не буду. Это была 5-я серия 1-го сезона. Надеюсь, понравилась моя новая озвучка, которую я вставил. Я очень старался. И для тебя, Пашенди, и для тебя, Димыч Андреевич. Ну что же, 5-я серия 1-й сезон. Прохождение Resident Evil 5 игры сериала. С вами был Кирилл Жевский. Увидимся в 6-й серии, которую, надеюсь, я запишу днем, дневное время. Ну и всем удачи, всем пока.